приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 21 апреля. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени. К хорошей погоде. Луна красноватая, к теплу или грозе. Вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, кое-как, к безветренной, теплой погоде ночью. А какая же погода ждет нас завтра, 21 апреля? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Андрейцево Малаковского района Тверской области воздух прогреется до 14 градусов. На протяжении всего дня ожидается пасмурная погода, возможны осадки. На хуторе Андрей Курган Нефтекумского района Ставропольского края столбик уличного термометра остановится на отметке плюс 15 градусов. Уже который день солнца не видать, а потом и вовсе дожди пойдут. В селе Старая Андреевка Неверкинского района Пензенской области за окном плюс 16 градусов. За ночь температура понизилась на несколько градусов, и пожаловали осадки, которые задержатся на несколько дней. В селе Андрейковичи Погарского района Брянской области плюс 14. Пока что все без изменений. Переменная облачность и дождь. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!